Ну вот, первый протестный день, 14 июля, подходит к концу. Именно вечер показал то, что белорусы готовы выходить на улицу. Было очень много людей. Не будет преувеличением сказать, что были тысячи человек. Возможно, не десятки тысяч еще, но тысячи точно. А пока чувствуется, что люди именно прощупывают почву, как действовать в дальнейшем, как вести, так сказать, диалог с силовиками, диалог с властью, к чему это приведет, посмотрим чуть позже.